Говорит она, и вы упадете, как все остальные. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем играть в Roblox, в Барби Хоррор, Барби Экзе, потому что на моем предыдущем видео вы собрали 50 комментариев, ребята, и следующее видео выходит сразу же, как только вы соберете 50 комментариев, так что быстренько накидываем комментарии под этим видео, а самый топовый комментарий, самый лучший комментарий обязательно попадает в мое видео, как этот. Я вам расскажу, чтобы вы не забыли, обязательно подписаться на мой канал, нажать красную кнопку, если она у вас красная, чтобы она стала серой, рядом нажать колокольчик, обязательно отметить, чтобы получать все уведомления, и не забывать подписываться на мой телеграм, где вы присылаете мне свои страшные истории, а также первыми видите все онлайн, всю мою жизнь, все, как я снимаю видео, все самое первое вы найдете в телеграм-канале Королева Мистика, и по ссылке ниже в описании также тоже можете там найти меня. Ну и, в принципе, на всех соцсетях набирайте Королева Мистики Ирина. Ну, а прямо сейчас поставь лайк за 3 секунды. 3, 2, 1, и мы начинаем. Итак, ребята, у нас собралась команда где-то из 6 или 7 человек. Я уже сейчас конкретно не помню. Вот, мы все тут с дубинками, всякие мы разные, каких настолько нету, всяких прикольных скинов у всех участников этой игры. Вот, пока разглядываем комнату, ничего такого, в принципе, хоррорского не напоминает, потому что все так миленько, все розовенько, все так свеженько, красивенько. Нас вот попросили, так что-то пишут, мама пишет, пожалуйста, уберите комнаты перед тем, как Барби и Кен придут в гости. Барби и Кен идут к нам в гости, поэтому нам необходимо прибраться в комнате. Пожалуйста, давайте, ребятишки, прямо сейчас мы приберемся в комнате. Обязательно все разбегаются, начинают убирать. И на все про все на уборочку нам дают несколько секунд. Вот, вы видите. Начинаем все собирать игрушки. В принципе, интересно вообще, хоррор начнется или нет, но я так думаю, что что-то интересненькое обязательно эта игра придумает. Нам просто нужно немножко подождать, поэтому я надеюсь, что вы взяли уже чаечек, выпили обязательно, взяли конфеточки, такие печенюшечки. Вот. А кто играл в эту игру, уже напишите в комментариях. Кто не играл, милости просим, можно поиграть. Так, продолжать в том же духе, соберите еще конфеты. И нам предлагают собрать 10 леденцов. Вот я один сейчас собрала. Вы видите мой скин, я играю под Алисой Ясинской, это моя дочка. Кстати, у нее тоже есть в лайке канал Алиса Ясинская, в ютубе канал Алиса Ясинская, она вот Роблокс играет. Итак, идеальное время Барби и Кен уже приходит, так что давайте-ка рассаживайтесь по своим креслам. Вот, и ждите прихода Барби и Кена. Возможно, придут уже страшненькие Барби и Кен. Смотрите, какая симпатичная подружка рядом со мной, симпатичный скин эльфа. Вот, поэтому все расселись, крылатые, мохнатые эльфы, и ждут, когда же зайдет Барби Экзе. В общем, что самое интересное, дело в том, что одна из моих подписчиц прислала мне эту игру и сказала, если ты поиграешь в эту игру в 3 часа ночи... А сейчас как раз Барби и Кен пришли. Вау, привет, привет. Вот, мама поскачет перед ними, многие что-то скажут. Привет, ребята, hi guys, sorry, show, abesacho, vso, that, такой короткий, так, сюрприз для вас. Короче, вы готовы? Да, мы готовы. И погнали. Мамочка, отпусти нас, пожалуйста. Мы погнали на приключения. Вы спланировали что-то особенное для вас, дети? Какой-то типа квест. Вот, сейчас Барби такая симпатичная, кстати, ожидалась экзе, но Барби симпатичная, что будет происходить дальше, они приглашают нам поиграть, самое время поиграть, поэтому проходите и участвуйте в суперквесте, мама разрешает, как говорится, все разрешено. Составка такая красная, страшненькая. Угу. А, ну так вот, я рассказывала, значит, нам предлагают сейчас здесь пока поиграть, поплавать, понаслаждаться, все розовые, фламинго, очень все симпатично и мило. В общем, подписчица написала мне и сказала, что если поиграть в эту проклятую Барби и Экзе Роблокс в 3 часа ночи, то Барби Роблокс придет ко мне домой. В общем, мы прямо сейчас с вами проверяем этот миф. Прямо сейчас в 3 часа ночи я играю.
в Барби Экзе в хоррор-игру в Roblox и посмотрим, как мы будем проходить эту игру, что случится и придет ли настоящая Барби Экзе ко мне домой после того, как я в это все поиграю. Честно сказать, мне очень жутко, страшно. Вот, так-то я игры-то, я, ну, как бы не боюсь, мне как бы это все это... не страшно играть, но вот то, что происходит, ну, в плане проклятий и в плане того, что, ну, потом вот эта всякая начинается штука, вот, страшноватенько. Так вот, мы попрыгали к Кену, к Барби, к обычному, это типа у них такой розовый бассейн, все понятно, да? Опачки! Что-то происходит, типа у нас закрываются глаза, и мы попадаем в сон. Мы спим, посмотрите, мы все просыпаемся на каком-то облаке, одна из девочек говорит, где это мы? Что за фигня такая происходит? Что произошло, елки-палки? Кажется, нам снится, говорю я. Это сон. Вот, невероятный сон в Roblox. Вот, нужно прыгать. Нужно прыгать, нужно куда-то прыгать. 20 секунд нам дали на то, чтобы попрыгать по облачкам. И мы допрыгали к Барби. В общем, она стоит к нам спиной почему-то. Вот это жесть, ребята, вот это кринж. Барби стоит к нам спиной, и у нее в руках нож. Поглядите повнимательнее, у нее реально там нож. Мы всегда прыгали, очень круто, очень мы рады. Итак, что же будет с Барби? Ничего себе, привет, Барби с бородой и с ножом. Это реальный кринж просто. У нее красные окровавленные глаза. Если такая Барби Экзе в реальной жизни придет, то реально тут как бы без жести не обойдется. Очень-очень-очень страшно и жутко выглядит это хоррор Барби. Ребят, вы знаете, что на моем канале сейчас серия видео про Барби Экзе. Изначально все началось с того, что мои друзья мне прислали Happy Meal Barbie Exe с McDonald's. Так, сейчас нам ее надо срочно замочить дубинками, эту Барби Экзе. И это первая серия, наверное, прохождения всей этой игры. В общем, мы все вместе, ребята, пытаемся замочить вот эту страшненькую Барби Экзе. Выглядит это все достаточно жестко. Вот. Но мы победили! Ура! Эврика, мы победили. И что? Фу. Я думаю, что мы проснулись, говорит одна из девочек. Мы проснулись. В общем, Барби и Кен опять стоят спиной, и это жутко. Ребята, это вы? Спрашивает одна из девочек. Ребята, это вы настоящие Барби и Кен? Сейчас они повернутся, и мы как раз узнаем, настоящий ли это Барби и Кен, или... О, слава богу, это настоящие Барби и Кен. Да, это мы глупо почему-то, что случилось, спрашивает они. Вот, а я говорю, не волнуйтесь, не волнуйтесь, все типа нормуль, нормуль, пуль-пуль, все классно. В общем, заказала я Макдональдс у ребят, вот, Барби Экзе, и после этого началось. Мы вызывали куклу Барби, пили зелье Барби, и происходила полная жесть. Вот стоит на полочке обычная кукла Барби, а внизу какая-то стрёмная кукла с зубами. Очень, ребят, страшная. Что будет происходить дальше? Обязательно продолжим просмотр. Мы опять засыпаем, и нам что-то будет снова сниться. Страшненько, я так думаю. Если ты еще не подписался, обязательно подпишись. И проверим, мы в какой-то клетке, и Барби говорит, ура, ты наконец-то вернулись, теперь мы сможем встретиться с моим Кеном. С Кеном, ого, интересно, а Кен будет у нее нормальный или тоже будет такой зубастый, экзе, стрёмный? Что прыгаете, чтобы выбраться? Нам дают задание, чтобы мы прыгали, и мы все вместе начинаем прыгать, 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 джамп, 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 джамп. Бесконечно прыгать, все, мы освободились. Кен, посмотрите, какой он жуткий. Кен из Roblox. Как только мы выбрали, они вместе на нас стали нападать. Кена мы сразу разрушили, он развалился. Барби Экзе еще что-то пытается отбиваться, но, по-моему, ей не выжить в этой схватке. И у меня жизни, видите, кончаются. Это очень-очень-очень плохо. Итак, ищем выход. Выход это нужно паркурить здесь в Roblox, ребята. И я побежала скорее, пока время осталось. Вот черт. Так, друзья, я умерла, но сейчас мы возродимся и продолжим игру. Так, прыгать нам где-то нужно прыгать снова. Значит, мы прыгаем на борьбу с Барби Экзе. Грубо говоря, почему-то мы на вот этом, именно отсюда, почему-то
у нас игра восстановилась. Ну ничего, пройдем еще раз. По-любому, значит, сейчас уже видите новые со мной ребята, и их почему-то только двое. Тогда было много. Так, ладно, сейчас посмотрим, что тут происходит-то. А, все. Почему-то нас только трое, видите? Вот три подружки Барби. Барби, это ты? Спрашиваем мы. Ну и, соответственно, мы уже знаем, что сейчас произойдет. Барби с ножом повернулся, и теперь нам втроем придется ее как-то уничтожить, чтобы пройти дальше. Я надеюсь, что у нас все получится. Ребята, ну реально, вы поглядите просто на эту Барби Экзе. Самое жуткое то, что если действительно такая Барби придет ко мне домой, мне будет реально очень страшно. В общем, мне очень много в Телеграме ребята пишут по поводу Барби Экзе, проверить разные методы. Вот сейчас я конкретно играю в игру Барби Экзе. Более этого, можно будет поиграть в экстремальные прятки. Так, пока мы ее мочим в экстремальные прятки с Барби Экзе, призвать ее. Потом можно будет разрезать Барби Экзе. Потом можно будет найти дом Барби Экзе. Все, у нас все получилось. В общем, какое из этих видео вы хотите посмотреть, обязательно накидывайте в Телеграм. Вот, там у меня есть чат-бот, где страшные истории, прям можете туда писать или писать в комментариях под этим видео. Вот, и мы обязательно что-то такое снимем. Если, ну, конечно, эта теория работает, и Барби Экзе придет. Я не знаю, там создатель этой игры и, ну, подписчица надо мной. Кстати, можно переписку с этой подписчицей сделать. Она, кстати, мне кидала номер, она говорит, вот пиши сюда, типа, это Барби Экзе, стопудово Барби Экзе. Не знаю, кто на другом конце провода. Можно сделать переписку с Барби Экзе и предложить ей поиграть в экстремальные прятки. Как вы на это смотрите, ребята? Накидайте в комментосиках. И не забывайте, да, только собирается 50 комментариев под последним видео, сразу выходит новое видео. Не забывайте активничать, не забывайте ставить лайки. Так, все, мы вот, опять мы заснули, и сейчас у нас должна быть клетка и должен быть Кен. Да, сейчас мы еще отпрыгаем. Здесь достаточно сложно. Я вообще первый раз играю, и ура, ну, все мы читали. Барби реально стрёмный, и играть в 3 часа ночи в эту игру достаточно, как-то сказать, так, ну, знаете, так немножечко волнительно, особенно когда ты одна дома, это действительно немного, но, знаете, такая опасочка есть, тем более, когда ты королева мистики, за тобой наблюдает практически 1 000 000 подписчиков, которые могут вообще устроить какую-нибудь либо засаду и разыграть, и пранкануть, и все что угодно можно от вас ожидать, верно? Так, ладно, пока мы сейчас добиваем Кена с Барби, пытаемся, вернее, это сделать. А вот сейчас у нас все это должно обязательно получиться, потому что у них уже жизнь заканчивается, вы видите, как им плохо, у них розовая Барби кровь, жуткая. Итак, девочка, возьми это, глупые куклы. А, ну типа, короче, бей их, глупых кукол. Окей, смотрите, выход, и вот сейчас я постараюсь поаккуратнее пропаркурить, чтобы не свалиться, нам дают всего лишь 12 секунд, не торопимся, но и не задерживаемся, а иначе будет проигрыш. Итак, на облачко, и вот сюда вот в розовую коробочку. Ух! У нас все получилось все, однако теперь мы видим 2 входа, 2 двери, и девочка нам предлагает сделать выбор. 2 пути, ты должен выбрать только один. И 10 секунд дается раздумье. Кто-то прям пошел сразу сюда. Ну и я за ним побегу. Побегу. Все, мы зашли, вроде бы верно, потому что мы все живы, и это очень круто. Так, все, розовый, вроде бы ничего. Нам нужно, наверное, перебираться как-то на тот берег. Раздвигаются ворота, и внутри розовая лава. Жуть, просто жуть, розовая лава, и вылезли какие-то камни, по ним опять придется паркурить, то, что я больше всего не люблю. Но помимо того, что по ним нужно пропрыгать, они еще двигаются, видите, вверх-вниз. Жутко, кто любит паркурить в Roblox, напишите в комментариях. Дается нам 45 секунд, и мы с девочками поскакали. Нужно быть очень аккуратной, вот, чтобы пропрыгать туда, куда нужно, и... ну, допрыгнуть и не свалиться в лаву.
Вот еще мне главное, чтобы меня никто не столкнул. И не нужно торопиться, и не нужно, конечно, отставать. 24 секунды, 23, я надеюсь, что давай. Оп-оп-оп-оп. Yes! Ребята, у нас с вами получилось, мы пропрыгали. Вот еще одного члена команды, значит, мы позабыли, что ждет нас впереди. У нас еще осталось даже 10 секунд. Мы такие молодцы, прыгаем от счастья, мы просто умницы. А, идем дальше. 2-1. Боюсь представить, что ждет нас впереди. А, скорее всего, это, может быть, будет какой-то Барби босс. Может быть. Посмотрите, мы ощутились, короче, как бы в параллельном мире, в потустороннем, потому что, или это просто ночь, потому что какие-то фламинги, какие-то коричневые, или мы до сих пор не знаем, где Ма. Вы поглядите, это Барби Экзе, у нее какие-то красные, кровавые кубики из нее выходят, вообще непонятно. И так я говорю, это злая Барби, бежим! У нее очень... Воу, и еще... Какой-то кринж вылазит. И так, слушайте, очень интересно, а что же это за... Что это за лицо такое? Что это за морда? Слушайте, я заметила, знаете что? Когда появляется эта морда, Барби Экзе телепортируется, хотел сказать трансформирует, телепортируется. Реально очень сложно ее теперь будет здесь уничтожить. Это и пугает, и отвлекает, и нас так мало. Вообще команда должна быть 7 человек, но почему-то вот остальные, наверное, ликвидировались, и нам придется как-то втроем сражаться с этим мега-кринжовой Барби Экзе. И еще неизвестно, вдруг еще где-то Кен появится стрёмный, чего бы нам вообще, в принципе, конечно, и не хотелось. Но ладно, ладно, мы попробуем ее уничтожить. А, она бежит за мной, скорее, скорее на горку, бегом! Бассейн, кстати, чем-то напоминает лаву, просто нету ярко-розового... Так, мы ее убили или нет? Ага, ага. Так, быстрее найдите немного кофе, чтобы мы не заснули. И погнали все искать кофе в бар. Я побежала. Так, что-то я тут вот навожу, но кофе чего-то я... Нет кофе. Кофе где? Нету кофе. Никто не нашел кофе. И, соответственно, мы сейчас, походу, ребята, заснем. Походу, мы сейчас... Заснем сладким сном. Да, именно так мы засыпаем. Это очень-очень плохо. А, мама! Дети, помогите мне! Мама находится в клетке. О май гад, ребята! И здесь стоит Барби Экзе. Ее платье все изуродовано, из черно. Хе-хе-хе, посмотрите, что у нас здесь. Мама, значит, у нее здесь она маму поймала. Итак, что-то говорит одна. Я буду драться с тобой один на один. Вот, сейчас будет опять битва. Битва. Мама, не подведите меня, дети. Ну, у нее что-то такие решетки в клетке, знаете, могла бы и выйти. Ну, скорее всего, наверное, не может, раз не выходит. О, вот это мега-боссища! Вы просто гляньте! Капец просто, капец! Ты ужаснейшая Барби, которую я только видела в жизни. Ты не сможешь убежать, говорит она, и вы упадете, как все остальные. Нереально просто гигантский босс с розовыми какими-то кровавыми следами. Слушайте, какие-то капают круги сверху, и что, какие-то штучки вылезли. Надо на них запрыгнуть, надо на них запрыгнуть, да-да-да-да-да-да-да, нет! Нет, 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 нет. Черт, я проиграла, и, ребята, уже просто у меня нет сил. Я думаю, что это последний босс огромный, Барби Экзе, жутковато. Что же, подождем Барби Экзе пару минут, но если она появится, вы обязательно это увидите прямо сейчас. Короче, с вами была Королева Мистики, всем пока!